Итак, всем привет, с вами Допгам, продолжаем играть в Der Bruder Cringe. И наша Германия, к сожалению, не Германия, пока что только Северо-Германская конфедерация, вступает потихонечку в войну с Австрией. Мы наконец-таки покажем, что именно нам следовало объединять Германию, мы ее сейчас и объединим. Так что что, поехали? Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие видео. Поехали. Я еще, кстати говоря, заметил один нюанс, у меня еще вот здесь вот есть фронт неприкрытый. А нам вообще стоило бы его прикрыть. Однозначно. Нам хочет Индия заслать добровольцев, да? Почему бы нет? И, кстати говоря, у нас тут есть еще интересные фокусы. У нас, во-первых, есть фокусы национализировать то есть вот территорию, я так понимаю, Богемии и Австрии. Мы это обязательно сделаем. После чего можем у Италии запросить еще какие-то. Но, я думаю, мы вот после этого пойдем вот сюда. Здесь есть братья по оружию, которые дадут нам бафы на атаку и защиту дивизий. И, походу, еще заберем себе Швецию, Швейцарию. Операция Маргарита, что такое, я не знаю. Вот и узнаем. Знаю только такой коктейль. Операцию также выставили на позиции. Все, что у нас было, все выставили. Готовимся к войне. Пусть требует Силезию. И пока что мне не ответили, но я как бы уже ожидаю ответа. Ну и внезапно Австрия отказывается. Кстати говоря, нет, сразу не появляется война. Блин, я думал, сразу война будет. У меня тогда не будет возможности вот сюда дойти. Давайте нет. Давайте дойдем до сюда. Как бы я надеюсь, что не будет, чтобы я уже в конфликт вошел. Но, в принципе, было бы полезнее сначала сделать вот это. Итак, в Швеции мы запустили какой-то переворот. Интересно, когда это пройдет. Но Густав V, он стал правителем, либо до этого был. Говорится, кто знает, но... Швеция все еще не вступила. Может, там какие-то события происходят в данный момент. Кто знает. Точно не я. А мы же делаем себе реактивную артиллерию. Чтобы сделать нашу дивизию чуть-чуть поинтереснее, скажем так. Итак, что же тут такое? Смотрите, во-первых, можно Швецию пригласить в коалицию братьев, если у них станет правящей партией национал-популизм. Пока что не стал. Дальше, операция Маргарита, это уже при войне с Австрией. Удобно. И мы можем послать кельтическую хунту к нам. Смотрите-ка. Швейцарские советники. О, это очень сильные советники, я вам скажу. Посмотрите, господи, как здесь медленно ворочается все. 10 истощения, ну-ка, если они согласятся, мы, наверное, пока что не согласились. А, мы, смотрите, можем начать операцию Аттила уже. То есть, короче, мы можем позвать Силезию или войну. Австрия отказывается, мы такие, ну ладно, тогда пойдем захватим Францию. Нет, все-таки мы давайте уже займемся сначала Австрией, раз уж мы начали, как говорится. Если нам что-то еще, что хотелось бы нам взять до этого. Можно пока что, кстати говоря, доделать вот эти бафы. Здесь есть еще истощение и расход припасов, это полезно. И Швейцария что-то молчит. Вызывает некоторое напряжение, потому что там реально приятный баф, особенно по местности. Ну, я думаю, достаточно подготовки было. Тут северо какие-то еще дивизии тренируются, не стесняются даже. Я еще тут вот немножко потренировал свои самолеты боями, так сказать, потому что нас бомбят периодически британцы. Но теперь, я думаю, мы точно полностью готовы к началу боевых действий. Ну, конечно, все еще нету танков. Ну, я думаю, танки у нас уже будут доступны где-то ближе все-таки к Франции. А значит, мы готовы объявить войну. Вторая братоубийственная война. Начались мелкие стычки. Да, мы очень долго наращивали сферы и теперь начинаем войну. Мы можем попросить Россию вмешаться, мы можем операцию Маргарита сделать и судьбу Балкана еще нажать. Звучит как достаточно интересно. Можем еще саботировать. 5000 пехотки, минус организация, восстановление организации. Это мы, кстати говоря, скорее всего, нажмем. Но Швейцария так и не вступила. Кстати, что очень грустно, потому что у нее баф очень сильный. Давайте-ка воспользуемся моментом, чтобы этот фронт доделать. И не хочет, да, он рано. Почему? Ну, допустим. Что ж, давайте просто нажмем галочку. Вроде, так сказать, всем пограничным, по крайней мере, я объявил войну. Будем объявлять войну, как к ним будем подзаходить побольше. Еще Россия хочет отправить добровольцев. Давайте все-таки попробуем сразу нажать. Смотрите-ка, судьба Балкан. Что это такое? Что будет с Балканами, да? Ага. Италия хочет, короче, еще получить Балканы. Я не против им дать Балканы. Когда давление на Россию, допустим, Маргарита... Предложил наш дом бороться с австрийскими угнетателями. Ага. Их наша свобода. Не знаю, что это значит.
Что это значит? Саботировать австрийцев. Через... Да, через 15 дней у них получится дебаф. Но мы можем начать наше наступление уже. Ну и по ощущению все супер просто. Тут какие-то мелкие, мелкие вот это вот неудачи, но это только из-за того, что у нас туда мало войск отправилось сразу. По воздуху все вроде как прекрасно. Давайте еще вот так сделаем. Ну и да, я думаю... Так, там, кстати говоря, русско-японская еще пошла параллельно. Мы уже со всеми воюем. Завтра, да. Ну и остается лишь подзахватить все. И вот у нас Потсдамский конкордат. Плюс стабильность, политика, минус национальный популизм. О, это меня устраивает, кстати говоря. У нас стабильности очень не хватает. Давайте же сделаем вот этот еще себе бафчик. Ну, после братьев по оружию. Кстати говоря, давайте-ка нажмем наши вот эти вот... Тут, блин, называется War Preparations, как будто подготовка к войне, но вообще это готовность. Ну, как бы, да. Немножко не такая готовность, как бы. Preparations все-таки подготовка, а не готовность. Ну, ладно. Это даст нам бафов вот в некоторых территориях, на которых у нас... Да, вот, национальная территория. То есть у нас еще сюда будут бафы. Франция мобилизуется против нас? Уф. Это звучит опасно. Я считаю, что нам срочно сейчас надо будет еще какие-то резервы откуда-то вытянуть, но у нас их особо и нету. Что ж, думаю, надо переделать фронты тогда. Вроде, я бы, знаете, что сделал? Я бы отступил вот за эту речку. Потому что, я думаю, это стоит, конечно, не хотелось бы отдавать. Тут очень много промки, очень много. Но так вот я точно смогу держать. Хотя, учитывая то, что там всего лишь французы, можно и на границе подержать. А вот это уже будет пушиться вот здесь вот. Россия, кстати говоря, АФК, к сожалению. И Раша, да, отказывается нас поддержать. Все еще они не готовы, и что они не присоединятся. Это разочаровывает. Но мы же начинаем пушить именно в Богеме. Я убрал всю авиацию с Западной Германии. Займемся сейчас жестко пушем региона Чехословакии. Тут, кстати говоря, тоже можно было бы попушить, но аккуратненько, потому что авиация все-таки у нас очень важная часть нашей победы. Тут 10 раз уже нажал вот это вот, и... Да, но у нас есть, но почему-то можно еще раз нажимать, но нет, мы пока оставим все как есть. И вот уже Прага пала, мы потихоньку входим во всю Богемию. Греция, кстати говоря, удерживает здесь позиции, так себе, по ощущениям, а Италия просто АФК. Ничего, как будто нового. Да, вот и Франция решила вмешаться в Вельдкрик и, по ощущению, АФК. Я, в принципе, не против, но это пока что, пока она Марине так не позвала. Марине сейчас в войну войдут, сразу все станет чуть повеселее. Но не для нас. А вот и блокада пошла от Британии, эмбарго. Но мы с ними воюем уже и так. Какая блокада? Она уже у нас тут как будто давно. Но как будто нового и нету. Теперь у нас стоит вот такой вот приказ, чтобы нам никто не высаживался. Но, возможно, стоит его исправить через некоторое время. Посмотрим. Да, Франция пошла атаковать. У нас, кстати говоря, вот здесь вот поддержка идет с моря, и правда. Надеюсь, у нас здесь никто не перехватит. Флот у нас, в принципе, не такой слабый, так что если даже перехватит, то мы что-то противопоставить сможем. И да, пока что только из Нидерландов идет атака. Мы ее удерживаем. Но вот сейчас, да, станет намного веселее, и тут уже появится проблема. Возможно, реально придется отойти вот за эту речку. И вот Богемия капнула. Прекрасно, минус один противник, плюс какое-то снаряжение. Насчет снаряжения. Мы в теории могли бы начать тренировать какие-то еще дивизии пехотные, чисто как резервы. И, наверное, я так себе и сделаю. У нас не хватает людей, и надо бы подмобилизоваться, скорее всего. Значит, восстание в Конго можем. Давайте так и сделаем. И плюс бафчик мы себе получили. Давайте пойдем еще вот сюда. Минус потери от истощения и минус расход припасов. Нам это тоже очень пригодится. И по ощущению, да, нам нужно вот сюда куда-то сваливать. Хотя, как будто мы еще можем здесь удержать провинции. Но вообще я бы предпочел свалить на всякий случай. И еще одну марионетку, по ощущениям, мы сейчас сможем добить. Это был... А, подождите, это все еще Богемия, просто... Да, катается тут такой. Начинаем вот тут как-то им мешать, какие-то восстания. Единственное, что мне не очень нравится, конечно же, это то, что мы воюем еще и против Британии, против всего. Кстати, Франция не напала на Италию. А Италия выглядит, ну... Ультра грустный какой-то, у нее непонятно где войска, вот тут вот куча войск бесполезных, а вот здесь вот даже нет возможности защищаться. Союзник, в общем-то, как обычно. Говорится, я вступил в войну, пошлите против нее 5 дивизий.
Но Италия вступила в войну на нашей стороне. Вот черт, придется послать 10 дивизий. Так вот и произошло, походу. Ой, мы смогли вот здесь вот прорваться так неплохо в туза. Я бы этим воспользовался, чтобы побыстрее капнуть еще одну страну. И здесь тоже сделать фронт и заставить австрийцев растянуться. Видите, они уже начинают растягиваться, потому что это план. И потому что вот сразу же растягивается, конечно же, по плану. А здесь, видимо, французы понимают, что через реку нам нас не пробить их. Поэтому стоит АФК. Меня это устраивает. Нам бы капнуть сначала здесь Германию. А дальше с французами тоже разберемся. Это, как говорится, всего лишь французы. И Россия согласна нас поддержать. Отлично. Это вовремя они решили. У нас какая-то кнопка еще доступна. Это партизанская война в Вестфалии. Пожалуй, нет. Мне это еще возвращать скоро. И наши войска вот здесь вот почти окружили. Но мы смогли как пробиться здесь. И даже сейчас, наверное, окружим сами вот эти войска. Скорее всего. Но это не точно. Итак, мы на востоке смогли Богемию выбить и заняли очень жесткие вот укрепления. Продвигаться дальше пока что проблематично, здесь горы. Поэтому командная ставка принимает решение сконцентрироваться сейчас на Западной Германии. А концентрация подразумевает собой операцию в первую очередь авиационную. Когда переправляются у нас все наши самолеты. Вот и Россия наконец-таки нападает на Австрию. Это заставит их сейчас очень много войска опять перемешивать. Нам нужно, наверное, подкопить политику на мобилизацию. Чего начать наступление? Но я бы начал наступление уже, потому что у врагов наших тоже не маленькие проблемы с войсками. И да, под авиацией, конечно же, под авиацией и с концентрированными, так сказать, нападениями мы неплохо можем пробиться. В идеале, вот так вот их обрезать и вот все вот подобивать. Но надо понимать, что Франция тоже в войне. А значит, они, если что, скорее всего, смогут отступить во Францию. Но это не точно. Вторая война Буша. Это с кем? Это она в Британии все еще воюет. Это меня тоже, кстати говоря, устраивает. Это наш такой внегласный союзник в Америке. Нам подойдет. И да, здесь действительно получаются некоторые окружения, даже вот уже. У меня более чем устраивается. Франция вмешивается против России. Ну, это понятное дело, что с Россией они тоже начали воевать. В принципе... И так понятно, что какой-то альянс здесь уже сформировался. Сейчас будем потихоньку какие-то войска окружать. У нас еще бафы на скорость, что позволяет нам делать это чуть-чуть получше. Отлично. Так вот, какие-то дивизии прорывами сейчас и разобьем их. И слушайте, если мы сможем к французам вот здесь вот до Рейна дойти, то это было бы отлично, потому что тогда австрийский фронт будет реально полностью разделен. У нас, несомненно, очень устроит. И у нас тут, я вижу, проблемы с топливом имеются, в основном как раз таки по флоту, кстати говоря. Что любопытно, потому что у меня он стоит на просто приказе, как бы, который присутствует на море мне дает. Давайте уберем его отсюда, потому что мы не можем так терять горючее. И в теории можно было бы подзакупить, у нас все еще Россия есть, конечно. Но я так как понимаю, что потом у нас есть фокусы на войну с Россией, которую мы, очевидно, скорее всего будем делать. О, не хотел бы я слишком бустить Россию. А значит, покупаем топливо у Ирана. И да, австрийский фронт здесь неплохо посыпался. Вот уже Вюртемберг капает. А это, кстати говоря, напомню, мои национальные территории. Так что я получаю отсюда всю промку, а самое главное, людей. Вот я и мобилизовался. Прекрасно. Слушайте. Но танков пока нету, к сожалению. Вот я делаю танки, и танков не успеваем. Нет у нас этих танков, которые я делаю, как говорится. Но в теории мы сейчас можем попробовать сами выйти в туза французам вот здесь. Если мы это сможем провернуть, то тут будет нереальное окружение. Но я бы не рисковал, потому что у нас нету сил и тут их сдерживать, и тут наступать. Ну как тоже, тут сдерживать, тут наступать. Не такие у нас большие силы. Так что, наверное, стоит поаккуратней. До Рейна дойти и тут остановиться. А вот и Мюнхен пал, отлично. Наши войска с триумфом тут... продвигаются дальше. Можно еще вот так, кстати говоря. Вот это точно будет окружение прекрасное. Кубочка, скорее всего, только одной дивизии, но, тем не менее. Французы очень хотят к нам пробиться, но... удачи. Нас не пробьешь. И остается нам, наверное, военный фокус вот здесь вот доделать. Я бы взял вот это. Немножко нам поможет. И потом дошел бы до... нефти. Тут какие-то бафы, но в целом опыт армии нам пригодился бы, чтобы быстрее доктрину все взять. И да, на Рейне тут уже есть войска, так что мы не будем рисковать переходить его, а просто попробуем на нем укрепиться. Думаю, должно получиться нормально, потому что
как бы речку большую такую удерживать достаточно просто. Еще окружение. Можем как бы наступать еще и здесь. Вот и Баден капитулировал. Да, мы очень успешно. Вопрос на засыпку. На 100, так сказать, баллов. Можем ли мы объединить Германию во время войны? Давайте-ка откроем. Контролирует регион. И по ощущению, да. По ощущению, да. Мы можем во время... Если мы контролировать будем все, то мы сможем. Значит, во время войны наша нация переродится. Французы не хотят отдавать Рейн, очевидно. Но мы, в принципе, здесь успеваем нормально здесь позиции. А значит, проблем не предвидится. И тут мы добиваем еще одну марионетку Австрии или уже Франции. Кто их разберет? Это пока что еще Австрия. Достаточно, да, успешно. Италия. А нет, это итальянское что-то, окей. Я подумал, Италия уже капнула. Я думаю, ничего себе, у нас все отлично, а Италия еще и капать умудряется. Я бы не удивился. Вот, как говорится, настало время нам уже вот сюда в Австрию входить. Здесь, я думаю, мы практически будем останавливаться. То есть вот выйдем, наверное, какой-то фронт. Ну еще пока я вижу, что их войска не укрепились, надо, конечно, их подпушить. И, в принципе, капнуть еще вот эту страну. Но в целом я бы сказал, что здесь мы должны фронт останавливать, добивать Австрию и потом уже разворачиваться на запад с, надеюсь, нашими танками. Потому что танки мы все делаем больше и больше. И несколько дивизий скоро будут готовы. И очередные моменты, где можно прорваться, помочь итальянцам. Что мы реально тут отправляем дивизии. И прорываемся заодно вот здесь вот потихоньку сейчас. Как и здесь достаточно не потихоньку, я бы так сказал. А, тут еще и это окружение. Тут непроходимые горы, оказывается. Ну да, отлично. Итак, да, мы сейчас сможем вот окружить вот так. Только я бы, наверное, вот так прошел, чтобы не через речку атаковать. И здесь мы итальянцев добиваем, которые австрийские итальянцы. Австрия решила вообще этот фронт покинуть. Понимая, что не может ничего сделать. И войска, и марионетку свою оставила на произвол судьбы. Какова судьба тех, кто выбрал не ту сторону в нашем конфликте братском? Венецию мы здесь добили. Отлично. Ну и здесь французы все пытаются что-то контратаковать, но это уже просто какое-то издыхание происходит французское. Я не вижу у них никакого, ни единого шанса прорваться. Они просто закидывают нас своими телами в надежде, что скончатся патроны. Но, к сожалению, для них патронов у нас хватит на каждого француза. А вот Венгрия даже уже не пытается, и по ощущению Венгрия, в принципе, психологически-то уже сдалась. И делаем наш гарнизон чуть получше, чтобы сэкономить побольше людей и побольше снаряжения. В общем-то, вроде неплохо. А, тут стоит еще военный губернатор, нас дефолтом нет. Давайте хотя бы тайную полицию. Я вижу, что можно просто окружить всю Австрию, последние оставшиеся войска, так сказать, их штабы. И произвести марш вообще на Вену. Тоже как будто возможно. Будапешт пал. Венгрия скоро падет. Вообще здесь хватит, скорее всего, падения, наверное, самой... Австрия? Господи, тут есть Южно-Китайская республика и султанат Сомали, которые считаются великими державами. Шутите? Мы одержали победу над австрийцами? Криптовый мир, ура. Да никто не знает прусскую военную машину. Бавария, Баден, Вюртемберг, Гессен-Нассау. И да, и само это. И в том числе саму Австрию. Меня это, думаю, в целом устроит. И теперь вся эта армия, вся, давайте-ка, точно, чтобы не было приказов никаких, едет на запад с Франции. И я замечу, у них тут очень, так сказать, растянутый фронт, будет очень неловко, если кто-то внезапно его прорвет на юге, верно? В общем, мир с Грециями, я даже не уверен, нам стоит здесь что-то нажимать. По ощущениям, нас да, все и так устроится. Наша Греция получила здесь неплохие территории. Меня это тоже устраивает. И что-то можно сформить. Может, Form of Nations написано. Допустим. А, передать территорию Греции, походу. Да, меня это более чем устроит. Вот и тут кто-то капитулировал. Прекрасно. Можно теперь вот эти фокусы сделать. Восстановить центральное управление, либо... Технические плачения. То есть сделать марионетки, либо нацитерритории. Нацитерритории меня, наверное, устроит больше в скобочках... А не так, наша национальная территория. Да. Зачем нам получать 7 минус 10 стабильности? Наверное, незачем. Давайте пойдем сюда. Да, вот он, Мюнхенский договор.
Еще какие-то даже территории получили, смотрите-ка. Порты. Вау, прикольно. Прикольно, хотя и не сильно интересно для нас лично. Я так-то немножко перегруппируемся здесь. Из-за этого французы как будто почти прорвали одну провинцию, но на самом деле вряд ли они это сделают. У нас тут, потому что, да, подкрепление подходит, стата огромная, вражеские войска ликвидируются. И мы можем выставить теперь сюда нашу всю авиацию. Напомню, что мы еще находимся под радаром, и почти все битвы в воздухе происходят под нашими радарами. Единственное, надо бы еще вот это сделать. И теперь точно, да, размены просто шикарные, хоть у нас и не такие, что и космические самолеты. Вот промышленность у нас внезапно стала и правда поближе к космической. Давайте еще вложимся в наши танки. И кроме того, я думаю, было бы неплохо ложиться в резину. Ну и, очевидно, топливо. Синтетика нам пригодится к войне с Россией, как, в принципе, резина пригодится буквально всегда. Ну что ж, на этом давайте подзакончим эту серию. Мы расправились с Австрией, и нам до сформирования Германии остается всего лишь капелька. Мы еще военную машину можем нажать. Я не уверен, что это нам создаст. Давайте вот как раз-таки узнаем. Повернись, государство Бранденбург, Нижняя Австрия. Ничего. А прекрасная миссия. Так что, обязательно ставьте прекрасные лайки и комментарии. Подписывайтесь на Twitch, Discord. Все как обычно, ребят. До скорых встреч. Всем пока.